Крещенские купания и богослужения состоятся с учетом эпидемиологических ограничений. На службу в храмах будут допускать одного человека на 5 квадратных метров помещения, а на открытом воздухе обязательно держать социальную дистанцию в 1,5 метра. Сами же крещенские купания пройдут с 23 часов 18 января до часа ночи 19. Для этого подготовили 3 пляжа Одессы: Золотой берег на 16 станции Фонтана, Лонжерон и Лузановку. Там будут дежурить спасатели, водолазы и медики. К слову, врачи советуют не употреблять алкоголь перед купанием и не находиться в воде дольше минуты.